На данной фотографии изображена Любовь Куратова. Женщина покинула дом 3 февраля, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Была одета в черную вязаную шапку, а также куртку цвета хаки, синие джинсы, черные сапоги. Особые приметы – рост примерно 1,5 метра, худощавого телосложения, шатенка, прическа каре, над верхней губой небольшой шрам. Сегодня ее поиски продолжились. Совместно с участниками добровольного поискового спасательного отряда «След» вышла племянница пропавшей. С минуты на минуту выдвигаемся. Было принято решение прочесывать ближайшие строения заброшенные и пройти посмотреть, потому что человек просто-напросто взял, ушел, не сказав ничего родственников, не предупредив. И времени уже очень много прошло. Мы прочесывали, получается, прошли Тубу деревню полностью, просмотрели Чебинскую и направились в эту сторону. Мы делимся на две группы. Волонтеры и журналисты теперь идут в парах. Первая группа отправляется прочесывать заросли деревьев и обочины дорог. Пройдя немного по пути следования, внимание привлекает открытый коллектор. Его обязательно нужно осмотреть. Вторая группа направилась вглубь поселка строителей. В ходе обхода местности Виталий поясняет, что в их деле всегда нужно надеяться на лучшее. У нас был один случай, ездили в Елабугу, мужчину искали. У него потери памяти, он гуляет, выходит. Был случай, то что нашли на вторые сутки его живым, здоровым. Пойдемте туда. Тем временем у первой группы в поле зрения оказалась глубокая яма. Ничего не поделать, надеваем фонарик, проверяем. Осмотр результатов не принес. Так, час за часом, пройдя более 7 километров, были осмотрены теплотрассы, подворья, пролески и прочие отдаленные места. Поиски продолжаются. Если вам стало что-то известно о местонахождении Любви Куратовой, сообщите по телефонам, указанным на экране, или по номеру 02. Влад Златковский, Влад Семагин, Н-Медиа.